Добрейшего утреца, ребятки, я тут с Белкой дома сижу, замонтировал серию коротенькую на 20 минут, жарю там сало. Сегодня постараюсь выложить такую вот суету. Ну не то чтобы жарю сало, просто сало не очень соленое, я решил его так обжарить чуть и на нем яички еще сделать. Не могу сало вкусного найти, хорошего, домашнего, силового, дефицит какой-то, буду Миллеру писать. А я сразу раз и уже под братом бурятом. Тут у него с конца капает, главное, чтобы на меня не попало. Вот привода здесь 6.1. Вот я его не трогал, еще смотрите, раз. А он даже не прикручен, не затянут. Но ходит. Почему? Потому что Nissan. На Nissan не обязательно закручивать гайки. Они просто держатся за счет чего-то волшебного. Чик, и все. Снимаем редуктор, будем заварку делать. Сливаю масло, снимаю редуктор, отдаю специалисту по завариванию. Это самый силовой, короче, он электродуговой любит. И полуавтоматом. Но он любой сваркой готов варить редуктора. Оставил, короче, редуктор со специалистом наедине. Поехал постоять в пробках на Спартаке. Мой первый прохват, так сказать. Что там кого? Грязюку попротереть здесь. Толкаемся по пробочке. Жбем бенз. Ночь, улица, за фонари. Вот за этой дверью супер специалист силовик Геннадий, который мне сырок-то собрал в кучку. Ох, будем ставить, будем долбить, полетели. Так, пройдемся по пикапу коротенечко. Мощностные характеристики приятные, раздувается хорошо, едет приятно. Плавность хода хорошая, мягонькая, прям можно кочечки там всякие полицейские пролетать. Отлично. Что не нравится? Пока не привык к сидушке, и эти прямые зеркала, знаете, американские, когда ты в него смотришь, а у тебя там машина во все зеркало. То есть я привык, когда зеркала как правое, округлое. Вот. И, короче, вроде бы ничего, коляска более-менее. Расход, конечно, побольше, чем на Солярисе, маленечко, 4 литра бензин, как-никак. Но пойдет. Все. Фордовиком, силовиком становлюсь. Смотрите, презенты пошли у меня чисто силовые. Здесь будет лежать чисто это. На башке испачкается, здесь хоть уцелеет. Что у нас, какие итоги? 150 километров я промчал. 15 литров расход в итоге получился. С учетом пробки где-то в час. Я думаю, пойдет. Зато валит. Ух. Коротенечко, под тачкой там Миша. Он меняет мне редуктор. А я за это завалю ему редуктор. Вот, такие дела. Обмен этими делами. Кто что умеет. По-быренькому приварил, присварил, обварил редуктор. Еду домой. Завтра планы. Может быть, с утра успеть газануть, занятия провести, а потом на футбол с Яриком. Полетели.